Молодому парню, нашему земляку Дмитрию Шевченко, очень нужна помощь. Он серьезно болен. У него гигантоклеточная опухоль кости с признаками малигнизации. Дмитрию 21 год. Он житель Славянска на Кубани. Еще совсем недавно был здоров, жизнерадостен, окончил сельскохозяйственный техникум, строил планы на жизнь. Болезнь пришла внезапно и все изменила. Дмитрию срочно требуется дорогостоящее лечение, чтобы восстановить здоровье и сохранить жизнь. 1 июня на площадке возле парка отеля «Уют» состоялась благотворительная акция и благотворительный концерт по сбору средств в поддержку Дмитрия, организованный творческим объединением «Люди добрые». Для жителей и гостей Славянска на Кубани выступали творческие коллективы нашего города. Деньги пойдут на оплату лечения Дмитрия. Все, кто не смог посетить концерт, но желает помочь парню, может перечислить денежные средства на лечение Дмитрия Шевченко на его банковскую карту. Номер карты указан на экране.